Всем привет! Вы на канале «Жизнь в кето» Бла-бла Фьюзинг Канна. Добро пожаловать на мой сегодняшний короткий видос. Наконец-то я все-таки нашла эту штуку, которую давно хотела, которая была у меня, сломалась и благополучно была найдена новая. Правда, она не прямоугольная, она не квадратная, а прямоугольная. Я бы, конечно, в идеале хотела бы, чтобы она была квадратненькая, но почему-то мне вообще нравится. Вот, короче, и эту штуку я нашла, то есть я заказала ее на Валперис. И ссылки в обязательном порядке будут в описании под видео, если вам нужна такая, потому что там есть, во-первых, и больше, и меньший размер, а самое главное, цена вообще копеечная. У нас, во всяком случае, такие вещи стоят, в два с лишним, а то и в три раза дороже. Я купила ее со сущие копейки. На наши деньги 1370 тенге. Это в районе что-то такое, в районе 200 рублей, короче. Рублями, если посчитать. Ну, а в долларах так вообще, короче, вообще 2-3 доллара с небольшой копеечкой. И в чем прикол? В той моей форме не было крышки вообще, в принципе, во всяком случае, у меня ее не было. Вот, ну, фирма, видите, уже, я не знаю, в зеркальном отражении или нет, называется Хит. Короче, вот это вот стекло, все по толщине, вроде по консистенции стекла, оно тоже точно такое же, как была у меня форма, которая лопнула. Но на той было написано, что она не предназначена, тем более для выпечки. А на этой, слава богу, я сейчас вот все прям по-умному. Вот она такая прямоугольненькая. Здесь всего 0,63 литра. Вот это прям вот я именно такой размер хотела. Там есть меньше еще, тоже прямоугольный, но меньше. И есть больше, там что-то в районе литра, короче. Сейчас вам прочитаю то, что здесь в обязательном порядке можно ее использовать, естественно, как салатник, как подачу блюд, и как салатник под что угодно. Но самое главное, здесь она даже устойчива, вот эта посудина, устойчива вообще к перепаду температур от -23 до 400 градусов плюс, конечно же. Вот, то есть ее можно сразу, написано прям так, что можно прям сразу из холодильника ставить в СВС печь или духовку. Ну, конечно же, только без вот этой вот пластиковой крышки. Ну, то есть прям вот это вот действительно то, что вот я хотела. Оно, в принципе, вот здесь, смотря что, конечно, на одну порцию, а если там что-то жутко-жутко сытное и прям полная чашка, то я думаю, можно здесь на две порции даже чего-нибудь, какой-нибудь запеканочки мясной, жирненькой, вкусненькой сделать. В общем, короче, вот, мечты сбываются. Главное хотеть. Всем привет! Кето рулит, магия вечна. До встречи на моих каналах. Подписываемся.